Течет, короче, прямо с ТТП изнутри. Кипяток. Никого нету, замок висит. ТТП 59. По словам работника водоканала, которые приехали на устранение порыва, в ЦТП лопнула полипропиленовая труба горячего водоснабжения. Сейчас течь горячей воды из ЦТП остановлена, собственно, как и ее подача в жилые дома. Внутри здания ведутся ремонтные работы, а внутрь нашу съемочную группу не пускают, поскольку все в пару, собственно, парение мы можем видеть и на крыше ЦТП пар идет из вентиляции. Но все равно неудобно же ни посуду помыть, ничего, все постоянно на газу. Воду греть это тоже не дело ведь. Горячей воды в домах Вахитова 32 и Шинников 43 нет. Последние три дня людям приходится греть холодную в тазах. А вот устранить проблему водоканал обещает до сегодняшнего вечера. Хотя рабочие, которые этим занимаются, говорят, что работы еще много. Ладно, что холодный есть. И то спасибо. Еще хуже дела обстоят на Студенческой 14 и в соседних с ним домах. Там люди половину праздников провели без горячей воды. Нет ее с 4 января. Ко всему прочему, случаются еще и перебои с отоплением. Ни горячей воды нету, тепла тоже. То есть чуть-чуть, то совсем нету. Вот вчера было чуть, ну, нормально, сегодня опять отключили. А до этого мы вообще недели почти без тепла были. Горячей воды нету, тепла нету, как вот с маленькими грудными детьми. На улице мороз. На улице 30 градусов мороз. Причем ситуация повторяется с незавидной регулярностью. Аналогичные проблемы преследовали жителей дома Студенческая 14 весь декабрь. Еще больше людей возмущает отсутствие информации по отключению. Нет ни уведомлений, ни объявлений. За почти недельное отсутствие горячей воды на Студенческой 14 бумажных объявлений со сроками и причинами отключения у подъездов так и не появилось. И жителям буквально приходится гадать, когда горячая вода в кранах появится вновь. По информации водоканала, извещением жителей дома заниматься должна управляющая компания. Студенческая, ЦТП-91, вода горячая будет подана только 12 числа, там большой фронт работы. И с отоплением тоже есть небольшие проблемы, до 3 часов, пока работаем. После 3 должны подать. По данным водоканала, сегодня ремонтные работы ведутся на 4 городских ЦТП. Без горячей воды остаются десятки домов. На улицах Студенческая, Строители, Корабельная и Намира. Алмаз Кашаев, Максим Липин, новости НТР.